päivämäärät. Порядковые числительные и даты. Эту тему я разделила на два видео. В первом мы посмотрим, чем обычные, то есть количественные числительные, отличаются от порядковых. И поупражняемся с порядковыми числительными от 1 до 31. Они нам понадобятся, чтобы называть даты, которыми займемся во второй части. Для начала просто почитаем пары количественных и порядковых числительных. Слушайте, смотрите и повторяйте. Yksi. Ensimmäinen. Обратите внимание, что на письме после порядковых числительных мы ставим точку. После обычных количественных точка не ставится. Kaksi. Toinen. Kolme. Kolmas. Neljä. Neljäs. Посмотрите, слова первый и второй заканчиваются на «нен» и относятся к типу слов на «нен». Начиная с третьего, порядковые числительные заканчиваются на «с» и будут изменяться по иному типу. Но об этом в другом видео. Виси. Виидес. Куси. Куудес. Слова «виси» и «куси» относятся к старым словам на «си», как «веси» и «кяси». Поэтому в их основах появляется «д». Также в дальнейшем будут изменяться и слова «юкси», «кокси». В остальном никаких заморочек. В конце порядковых числительных будет «с». Сейцемен. Seitsemäs. Kahdeksan. Kahdeksas. Yhdeksän. Yhdeksäs. Kymmenen. Kymmenes. Yksitoista. Yhdestoista. Kaksitoista. Kahdestoista. Kolmetoista. Kolmastoista. Neljätoista. Neljästoista. Viisitoista. Viidestoista. Kuusitoista. Kuudestoista. Seitsemäntoista. Seitsemästoista. Kahdeksantoista. Kahdeksastoista. Yhdeksäntoista. Yhdeksästoista. Kaksikymmentä. Kahdeskymmenes. Kaksikymmentä yksi. Kahdeskymmenes ensimmäinen. Kaksikymmentä kaksi. Kahdeskymmenes toinen. Kaksikymmentä kolme.
23. Kaksikymmentäneljä. 24. 25. 25. 26. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 31. 31. Harjoitus. Упражнение. На экране будут появляться количественные и порядковые числительные вперемешку. Называйте их. В конце будут ответы. А теперь ответы. Vastaukset. 2. 4. 7. 11. 19. 20. 8. 30. 15. 21. 12. 6.